Приветствую всех любителей кислых муравьиных попок и не только. Это Подземные Империи, и мы продолжаем. Наверх, наверное, не пойдем, я думаю, пока что. У нас еще... Что у нас, во-первых, происходит, надо вспомнить. У нас тут муравьи таскают еду. Первая группа. Вот тут еще семечко. Забирайте. Пока, наверное, хватит. У нас сколько еды? 62. Маловато. Маловато. Но у нас будет... миссия будет сейчас в этом, скажите мне. На отдельной карте, короче. Это не испытание, а фармикария. А еще до этого отдельная миссия есть, где надо залутаться. Что мы тут взяли? Бурый лесной муравей. Это именно для фармикария. То есть для отдельных миссий нам дают отдельный список доступных муравьев, как я понимаю. А для фармикария мы должны именно качать все это дело. Угу, это я тут их поставил, да? Блин, неудачно их поставил. Я бы, конечно, перенес это все дело, честно говоря. Куда-нибудь, потому что тут проход, хотя... Сколько у меня еды? 67? Ладно, давай еще тут немножко забуримся у муравьев. Тогда мне надо наверх. Вот тут у нас красные точки какие-то. Это значит, тут присутствовать могут какие-то враги. А, нет, это личинки. Ладно, в принципе, ребята. Работаем. Давай еще один поставим. Пока наши пацаны таскают хавку в нору. Поставил довольно далеко я хранилище для пищи. Я просто не знал изначально, что мы будем туда выбираться. Надо будет его как-нибудь перенести, что ли. Так, я могу еще муравья ткнуть. Надо расширяться. Расширяться. Не хватает. Там надо 55, да, вроде? Да. Отлично. Давайте еще одного поставим и пойдем на миссию. Тут тоже еда не бесконечная, сейчас наша толпа ее перетаскает. Как говорится, приплыли. Ладно. Погнали на миссию. Я, в принципе, ничего прогрейдить больше не могу, да? Маточное молочко нужно, мне его вообще ноль. А следующая миссия у нас захват. Колония формиков Фуска была обнаружена в ближайшей враждебной колонии, явно имеющей недобрые намерения. Оу май. На меня будет нападение, надо будет обороняться, похоже. Это будет сложно. Если вспомнить, что первую миссию мы зафейлили. Вырастить и улучшить рабочих 43 осталось солдат. Эта королева Формика Фуска произвела на свет первый выводок. Пока рабочие обустраивают свое подземное жилище, близлежащая колония муравьев, рабовладельцев Формика Сангвиния пройдет по поверхности в поисках жертв. Они похищают личинок других видов и используют муравьев в качестве рабочей силы для собственной колонии. Если колония бурых муравьев не подготовится к неминуемому вторжению, должным образом их дни сочтены, твою-то мать. Как угрожающе. Так, ладно.
Formica sanguinea are not the only. Формика сангвиния единственная опасность для молодой колонии. Во тьме притаилось нечто более зловещее. Что зловещее? Надо. Там пауки. Сегестрия Флорентина. Погребной паук Сегестрия Флорентина, крупный и быстрый, способен наносить глубокие раны своим мощным укусом. Его логово покрыто натянутым шелковыми нитями, закрепленными у самого входа. Его лапки способны фиксировать малейшие вибрации. Любое существо, забредшее в паутину, будет схвачено. Блин, я тут камеру хранения поставил. Все задачи, они отображаются, выполнить задачи, завершить уровень, получить награду. Понятно. Ну давай, пока мы, в принципе, в паутину к нему не заглядываем. Пока что. Давай сделаем тут все-таки кухню. А вот тут... The ants will fight to the death. Где бой не нажден? Он все-таки кого-то сожрал, да? Он кого-то сожрал, сука. Я пока боюсь сюда прорывать пути, потому что, видите, да, тут нас уже ждут. Тут тоже еда. Так, вы идите, собирайте сразу. Он опять кого-то сожрал, да? The ants must defend themselves. Он ПКД кого-то жрет. То есть это не вариант. Надо его убить. Но я не знаю, сколько на него муравьев нужно. Это здоровый, блин, ублюдок. И вообще, можно ли его убить. Тут личинки. Идите, собирайте пока там. Сейчас наберем 9 муравьев, пойдем паука душить. Я думаю, его завалим. Я надеюсь, мы его завалим. Потому что он нам крови попьет. В бой! А, его убить нельзя, что ли? Не, мы его убили. Совместной атакой муравьи побороли одного из погребных пауков. Больше не причинит вреда колонии. Блин, он сожрал многих. Однако его собратья все еще представляют опасность. Вот я о том же. Так, рубимся сюда. Вот тут надо проделать дыру. Сюда пойдет у нас кладка воинов. В гнездо проникли кто? Паук! Сюда, тут паук. A sanguineous scout has sensed the presence of the black ants. A raid on the colony is now inevitable. Есть. Or wipe out the colony entirely. In the end, it will come down to the tenacity
of the defending ants. Так, пища переполнена, хорошо. Так, а тут что такое за знак? Там мокрица. Что это за знак такой? Типа невозможно тут что-то строить. Это же я не могу, да, это я не могу сдолбить. Так, мне кого нужно? Вырастить, улучшить. Рабочих. И солдат. Мне еще и рабочих нужна целая куча. Так, 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 спокойно, я что-то потерялся. Делаем хранение здесь. И здесь ставим муравьев. Вот так вот. Я даже улучшу кладку. Вот эту и вот эту. Чтобы больше еды можно было туда таскать. Так, нам надо дальше куда-то буриться. И надо создавать второй этот. Второй я, в принципе, могу создать где-нибудь. Надо в таком месте, блин, где можно будет их грейдить. Вот где-нибудь здесь, наверное. The raiding party has arrived. The slave makers will head straight for the brood chambers. Налетчики добрались до гнезда. А, они воруют у нас личин. Личинок воруют, гады. Жрите, они сильные ребята. Жрите их, жрите. Так. Налетчики покинули гнездо. С собой 10% неся расплода. Сейчас мы отстроимся. Колония Фуска должна восстановить силы, чтобы пережить следующий набег. Да-да-да. Я пытаюсь, ребят, я пытаюсь. Это будет вторая. Первая идет на разведку, вторая остается на защиту. Нам надо вот сюда пробуриться. There are intruders in the nest. Жрите, the ants жрите. Must defend themselves. Давайте вот этого сначала. Бля, он по одному наших ворует. Так, одного захавали. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Так, все. Забираем еду. Вторая группа на охране здесь стоит. Первая группа таскает еду. Так, еще. Следующий набег через 30 секунд. Надо первую группу будет пригнать. Первая группа сюда. Они отсюда приходят, как я понял. Я могу как-нибудь выделить первую и вторую группу, не? Надо еще прогрейдить будет кого-нибудь. Вот так вот. Вон они идут. Души их! The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. Нормально, мы их погрызли, как просто лохов последних сожрали. Налетчики оказались неровнее храбрым защитником. Расплод в безопасности, пока.
Я согласен, да, что пока, потому что сейчас они придут еще большей толпой. Мне надо продвигаться дальше. Давай сюда. Так, первая колония сюда. Точнее, колония. Первый отряд. There are intruders in the nest. Погнали. Ловите ублюдка. Есть, ублюдок съеден и пойман. Пойман за руку, пойман за лапку, как дешевка. Пока живем. Так. Еще. Эти пока еду тащат. Надо путь наверх проделать, там еще муравей. Вы здесь. Надо еще рабочих создать, рабочих мало. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Жрите. The ants must fight. И сожрали. Хорошо. Пускаем еду. Надо прогрейдить здесь муравьев. Вот так вот. Так, пока тащим еду отсюда. Набег сейчас будет. Набег, ребята, собрались. Я проследил. 3 секунды осталось. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. Жрите ублюдков. The raiding party ублюдки was съели. No match for the valiant defenders. The brood remains safe. Так, роемся сюда. Вы сюда. Что там по советам? Погребенный паук схватит и утащит в гнездо, съест любое, оказавшееся в паутине. Паутина замедляет движение, поэтому добраться до паука непросто. Быстрая атака большой группой, да. При набеге муравьев рабовладельцев часть из них вступит в схватку, пока другая попытается украсть куколки из яслей. Вы можете увидеть здоровье и уровень существ, зажав кнопку «Показать информацию». Сейчас, секунду. Тут надо не тупить, а у меня с этим некоторые проблемы бывают, как вы знаете, да? Я думаю. Надо быстрее ставиться. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Надо доесть этого ублюдка. Да я знаю, я тороплюсь. Так, есть, доели ублюдка? Вы тут все уже почистили, да? Да, у нас 240 еды. Надо сюда будет пробуриться сейчас. Так, набег идет. Ребята, возвращаемся. Рабочие, ставимся.
sanguinea colony seeks once again to bolster Батальон рабовладельцев вырывается в гнездо. Блин, они воруют, но мы их перехватываем, все нормально. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe for now. Живем. Идемся, живем. Вот сюда надо пробуриться. Так, вы сюда. У нас же защитный отряд больше, чем разведотряд. There are intruders in the nest. Так, жрите, ублюдка. Надо вот это расширять гнездо. Там еще паук сидит. Мне теперь нужно улучшить муравьев. Точнее, вырастить рабочих. А рабочих-то мне зачем так много? Не знаю. Ну ладно. Раз говорят надо, значит надо. Так, вы. Да. Паука пока тут нет. Он там у себя в паутине. Забираем личинки. Так, набег сейчас будет. Собрались. Охраняем личинок, ребята. Вот сюда встали. Первый отряд средних на входе. The slave-makers are back. They can sense larvae, and they want their share. Ловите, ловите их. Блин, их много действительно. Но наши их отметили. Просто разорвали. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe for now. Ставим пока. Так, вы тут всех забрали? Давай, паука отмудохаем. Тут два паука. Не знаю, зачем столько рабочих, но они тут есть. Пошли паука душить. Ты не туда зашел, братан. Не тот вход. Так, забираем еду. Этих тоже немножко проапгрейдим. Еду, я не то щелкнул. Еду таскаем. Так, все сюда. Тут, в принципе, все, сюда можно продолжать строиться. Не, все сюда собрались, а то он нас жрет. Так, у нас набег через 30 секунд. Блять, он пауков у нас ворует, муравьев ворует, гад. Ячейки можно освобождать от находящейся постройки, лучше с помощью освободить ячейку. Ребята, возвращаемся.
Они пришли. Блин, я не успел. The Sanguinia colony seeks once again to bolster its numbers. A battalion of slave makers charge into the nest. Давайте, не дайте им забрать личинок. Жрите их, жрите, ублюдков. The raiding party was no match for the valiant defenders. Так, забираем. The brood remains safe for now. Первому отряду надо сбор пищи запретить. Так, второй отряд пошел сюда. Разберись с пауком. Забирайте еду. Первый отряд здесь заканчивает. Строители. Буритесь сюда. Рапаемся. There are intruders in the nest. Второй отряд. Сюда. Второй отряд, не берите личинок. Паука надо убить. Так, паука убили, хорошо, забираем личинок, забираем оставшуюся еду. У меня уже тут места нет, ни хрена. Второй отряд. Назад. На защиту. Первый отряд. Сюда. Здесь ставим еще этих. The slave makers are back. They can sense. Да, рабовладельцы вернулись. Я пропустил. Я пропустил таймер. Нет. Душите их. Не дайте им украсть личинок. Враг разбит. Враг разбит, хорошо. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. Так, сюда. И сюда продолбите. Вы возвращаетесь. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ой-ой-ой. Это эти. Гасите этих ублюдков. Тут еще паук, ребята, тут паук. Есть. Мне нужны еще рабочие. Не знаю, зачем такая толпа рабочих, но ладно. Не говорят, я их ставлю. Камера хранения переполнена. Так, сейчас будет набег. Ребята, возвращаемся. Надо еще боевых муравьев построить. Второй отряд у нас, да.
There is no respite from the culling. The Sanguinia will subjugate or exterminate. Ой, их целая толпа. Их прям море. Душите их. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Еды не хватает. Да как не хватает? Я там еды набрал. Сейчас еда будет с дохлых муравьев. Или мы с них еду не забираем. The party is left, and with them they have taken 10% of the black ant. Они что-то унесли. Это была очень сильная атака, и мы очень сильно просили. The danger may be gone for now. But this truce is merely a formality. Быстро, быстро, быстро. The Sanguinia are already planning their next onslaught. Нам нужна еда. У меня осталось 3 рабочих. Так, вы возвращаетесь? Вы тоже. Переживите последнюю волну атаки. Пойдем. Мы всю еду собрали? Да. Нет, не всю, вот тут еще осталось. Набег сейчас будет. Давай, забирай еду. Забирай еду. И готовимся к набегу, их сейчас будет много. Ну, с Богом, ребята. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. Гасите их. Прям до хрена. Наших ловят, ловят. Живем пока, живем. Бегите к мамочке, сопляжуи. Once again, the slave рабовладельцы вновь возвращаются домой с новыми личинками бурых муравьев, которые перестали стать частью их колонии. Набеги будут продолжаться, но эта колония формиков Фуска доказала свою способность защищаться и расти. Со временем они превзойдут своих паразитирующих насмотрщиков, и их набеги станут всего лишь мелким удобством. Для великой империи бурых муравьев! Сюда! Хорош. Напряженная миссия была. Сначала вроде маленькими отрядами нападали, а потом последние 2 нападения, даже 3. Вгрызались они, конечно, прилично так. Так, выберите награду для формикария. Я, пожалуй, маточное молочко выберу. Мне нужно прокачивать мой формикарий основной, да? Чтобы защиту получить. Еды, конечно, побольше бы. Ну ладно, давайте так. Ну тут все, можно завершать. Нормально отбились. Полчасика, очки. Своих яиц нет, нет уж. Быстрый рост. Я так понимаю, ачивок у меня нет, потому что у меня зеленая версия. Поэтому я даже не могу за ними смотреть, они мне не засчитываются. Печально. Но уях. Как дела у колонии? Королева ведет себя интереснейшим образом. Мне кажется, колония начинает адаптироваться к своему окружению. Обе выполненные миссии теперь доступны в режиме испытания. Вы получите больше наград за их прохождение, но сами уровни будут сложнее.
Выберите режим испытаний в меню настройки. Getting to adapt. Так, окружение, да? Мне дали маточное молочко. Вот у меня первое испытание. Но пока давайте прокачку чекнем. Нет, надо пока ребятам команды раздать. Вот, они хавку таскают. Ох, как много тут мне насыпали наши ученые. Я чувствую себя какой-то лабораторной крысой, ребята. Которому еду подкидывают за выполненные команды. Ну, по сути, так оно и есть. Так, мне надо тут... Посерьезнее так разрастись будет. Я думаю, здесь можно даже еще одну эту раздолбить. Так, что я могу сделать? У меня 71. Это что, королева? Что она может? 100. Выберите между способностью стражи и указ. Выберите между способностями второе дыхание и свирепая мать. А я могу посмотреть, что это мне даст? Рыжий лесной муравей. Ни хрена себе, муравьи-стрелки, ребята. У меня колония недостаточно развита для этого. Так, я могу апнуть моих ребят, да? Солдаты. Огненные муравьи. Но для этого мне нужно прокачиваться дальше. Выберите между опасностью или стена плоти. Самосохранение и восстановление. Блин, а я могу почитать, ребятки, нет? А, я могу почитать. Второе дыхание. При падении здоровья королевы ниже 75 она полностью восстанавливается. Королева станет неуязвимой 30 секунд. Блин, да хорошо, если надо отхилиться. Ща, я просто не успеваю за всем за этим делом. Давайте вот так вот сделаем. Там уже 14, надо второй отряд будет делать. По поводу отрядов, да, я забыл упомянуть, почитал комментарии. Спасибо за комментарии, ребятки, за активность. Там много советов дельных написали. Что нужно разделять на группы. Что нужно атаковать с разных сторон. Что сначала лучше слабеньких кидать. Это все, на самом деле, да, умные мысли, которые надо, так сказать, проверять на опыте. На практике, я бы даже сказал, да, проверять на практике. Они имеют право на жизнь, скорее всего, потому что раз у нас разнообразие муравьев, значит, у врага разнообразие муравьев будет. Так, тут у нас отряд будет 21 муравей, да, ну, в принципе, нормально. Потом надо еще рабочих немножко сделать. Я их, наверное, сделаю вот здесь, вот внизу. Чтобы они тут не мешались особо. Вот так вот. Потом надо будет второй отряд... Вот это вот я уберу сейчас отсюда. Как-то там было убрать, да? Вот. С прохода. Далее. Вот тут вот будет проход ко второму отряду. Если вы чувствуете, что ваша колония к этому готова, возможно, пришло время провести первое испытание формикария. В ходе испытания вашему формикарию придется выставить против череды тяжелых атак. Вот-вот, я об этом, я не чувствую. Надо сначала всю еду сгрести, чтобы потом выступать. Потому что, мне кажется, меня там просто размажут.
Так, второй отряд вы тоже идите собирайте, только давайте, наверное, собирать вот этих двух соберите. Так, давайте посмотрим все-таки улучшения. Пока наши товарищи собирают. Так, что там в королеве было? Я могу только вот из этого взять. Второе дыхание или свирепая мать. Дезориентирует противников. На 10 секунд. У рабочих я могу взять грейд. Угу. Или могу взять... Агрессивный расплод, сила атаки увеличивается в 3 раза, что делает рабочих самодостаточными бойцами. Кстати, неплохая тема, пока у меня нет альтернативы нашим воинам. Продуктивный расплод. Передвижение по ячейкам с хвостами больше не замедлено. Скорость передвижения выше на 40 пунктов. С противников собирается на 10 единиц больше пищи. Но это только рабочие будут больше пищи с противников собирать. А рабочих я туда отправлять не могу. Или... Тут интересно, тут или я могу оба выбрать из двух. Рабочие имеют шанс 60% уклониться от первой неожиданной атаки вне боя. Противники должны подойти близко, чтобы увидеть его. При получении урона муравей сразу встает в режим боя. Максимальный получаемый одним ударом урон 20 единиц. Получаемый на 20 меньше процентов. Хорошо, так у вас. Увеличивает скорость атаки на 20. Блин, хорош. Снижает получаемый урон на 50. Блин, хорош. Все хочу взять. При падении уровня здоровья ниже 40 отступают на полсекунды. Вне боя восстанавливают 4 единицы здоровья в секунду. Так, блин, я, наверное, возьму вот это. Хотя я рабочих очень мало ставлю пока что, да? Наверное, я возьму вот это, стена плоти. 50 маточного молочка, у меня 70, а тут 70, да? Я, наверное, стену плоти возьму, пусть они у меня танками будут. Мы их переделаем в танков потихоньку. 15 увеличивает... А, до второго уровня грейд, да? Ну, я бы взял. Я бы взял, все. Теперь они у нас... Здоровье, сила и потолще будут. И нам позволен теперь грейд второго уровня. Что, кстати, очень важно. Нам нужен грейд. Я хочу вот это все гнездо загрейдить. Еды пока в достатке вроде. Так, ребята, вот тут. Ну, не чуете, что ли, усиками своими? Тут еда. Так, теперь сюда осталось собрать. Мне надо еще второй отряд расширить. Он у нас маловат. Еда потихоньку заканчивается на поверхности. Ученые, подсыпьте еще мальца. Хавать охота. Нам личинок не на что растить. Ребята, давайте. Активней. Так, есть. У нас два отряда по
Один 21 муравей, в другом 20 муравьев. И один прогрейженный будет. Достаточно сильно мы его прогрейдим. На грейд еды нам вполне хватит. А вот странно, смотрите, я могу прогрейдить до третьего уровня, правильно я понимаю? Но бафов-то мне это никаких не даст, формикарий именно. Формикарий-то мне не прокачан. Вот тут это муравьи адаптации не прокачаны до третьего уровня. Это что даст? Не знаю, или я не могу. Ну, вроде могу, иконка показывает, что можно. Так, есть. Ну и мы все захавали уже. Это все надо оставить на оборону. На личинок. На свежих. Я сейчас вот этот прогрейжу, чтобы под запас был. А тут максимум. Он еще 30-ку апнул. Ну, 41 муравей боевой. И первый отряд второго уровня весь будет. Плюс у моих муравьев на 50% меньше дамага они теперь ловят. Это прям хорошо. Еды. Мы всю еду там законопатили? Да, мы под ноль просто вычистили. Тогда, ребята, возвращаемся. Они будут лезть отсюда, да? Вот тут можно поставить два отряда. У меня третьего отряда не хватает. Было бы хорошо, смотрите, я, допустим, ставлю здесь отряд и здесь навстречу отряд. Тогда боевые тут пусть стоят, а хлюпики... повыше. Ну как, они оба боевые, просто вот эти будут прокачанные. Если враг будет заходить отсюда, он будет заходить, скорее всего, отсюда. Ученые будут их запускать наверх, они будут спускаться через входы. Мы их можем подловить, второй отряд их сможет потом накрыть. Но это будет в следующей серии, господа. Да-да, не удивляйтесь. На сегодня давайте заканчивать. Вторую миссию прошли довольно бодренько. Нас пытались захватить в рабство, но все прекрасно знают, что муравьи не будут рабами. И мы отметелили враждебных муравьев, плюс еще отметелили пауков, довольно серьезный противник. Он так или иначе утаскивает по одному муравью, пока ты его не убьешь. То есть он сразу хватает и несет свою паутину. Но толпой их можно запинать, что мы, собственно, и сделали. И в следующей серии будем проходить первое испытание формикарии. Я думаю, будет жестко. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, советы, какие-нибудь тактики, может, полезные по поводу улучшения. Игра довольно непрощающая ошибок, скажем так. Я не скажу, что она супер хардкорная пока что, но она не из легких. Это видно. Тут надо действовать быстро, отбивать эти нападения, плюс противники тут... кусают очень больно за жопку. Так что пишите, с удовольствием все почитаю и на все отвечу. Ставьте лайки, это привлекает на канал новых любителей пауков и продвигает видео. Подписывайтесь на контакт Рутуб, там я выкладываю все то же самое, плюс Twitch, туда идут 3 стрима с Ютуба. Инфа по стримам находится в сообществе на Ютубе, в группе ВКонтакте и в Дискорде. Залетайте в Дискорд, ссылка в описании. Там вы можете посоветовать игру на прохождение и пообщаться с другими зрителями. Плюс в Дискорде присутствует бот, который будет кидать вам оповещения о выходе видео и начале стримов, чтобы вы ничего не пропустили. Всех жду, ссылка в описании. На этом все, всем еще раз спасибо, но самое главное помните. Много муравьев не бывает. Всем спасибо, всем счастливо.